Владимир Ландсберг. «Маленький фонарь». Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Но не только в этом дело, но еще и в том, что по небу бродит кто-то, эти звезды зажигая, чтоб до самого рассвета им гореть едва мигая. Кто, не знаю, но предполагаю, что бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубой отворит и чиркнет спичкой, огонек зажжет зеленый и заторопится дальше, дальше, дальше. И так всю ночь бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит, фитиль подрежет и нагар щипцами снимет. А если стеклышко замутится, он протрет его мягким фланелевым лоскутком, чтобы звездочка сияла до рассвета, чтобы звездочка сияла до зари. Еще у него есть забота следить, когда пойдет дождь, чтобы фитили не отсырели. А еще вы, наверное, думаете, что когда падает звезда, у фонарщика сразу убавляется хлопот. Ничего подобного, потому что тут же на ее месте рождается новая. Просто до поры до времени ее не разглядеть невооруженным глазом. И поэтому бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Новорожденные звезды он из лейки поливает. Вы мне скажете, я вру? И так, конечно, не бывает. А вы возьмите телескоп, только очень хороший телескоп, посмотрите сами, и вы увидите, что бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит и чиркнет спичкой. Огонек слегка подправит и заторопится дальше, дальше, дальше. Ведь когда-то был высоким этот маленький фонарщик. Был высоким, был ужасно долговязым, таким, что лесенка ему не нужна была. Но, увы, от ночи к ночи уменьшался раз за разом. Может, скоро от него и совсем ничего не останется. Все потому, что есть у него одна привычка. Спичку он зажигает, чиркая подметку своего башмака. Странно, при этом подметки остаются совершенно целыми, а уменьшается сам фонарщик, ну пусть немного, всего на 0,00 какой-то миллиметр, и все же. И все же говорят, дело вовсе не в этом, а в том, что каждой звездочке он отдает частицу самого себя. Но это же страшно, каждой звездочке, хотя бы частицу себя. И вот уже бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. И когда его не станет, что же, люди, будет с нами? Небе добрыми руками кто затеплит это пламя? А вы улыбаетесь. Это значит, что никакого фонарщика нет, что все это ядерный процесс. Распад, синтез, выделение колоссального количества энергии, миллион веков, миллиарды световых лет и бесчисленное множество вселенных, которые разбегаются, разбегаются, разбегаются. И их уже не собрать, если только за дело не возьмется маленький фонарщик, маленький фонарщик.